Вы просто послушайте, насколько охренели окупасы. Мадрид, бабулька, 85 лет, уезжает на несколько дней к детям, ну, просто погостить. В этот момент в ее квартиру проникают окупасы, соседи в шоке, соседи пытаются их выгнать, они ни в какую, они успевают, они ночью проникли, успевают поменять замки и говорят, нифига мы отсюда не выйдем. Соседи пытаются их выгнать, говорят, вы что, охренели что ли, это здесь бабулька живет, вы что вообще творите, у вас вообще голова есть, нет? Они вызывают полицию, полиция приезжает, соседи говорят, ну а мы что, мы ничего не можем сделать, а нету заявления от хозяев. А кто хозяева квартиры? Хозяева квартиры, оказывается, мэрия Мадрида. Мэрия Мадрида говорит, ну, блин, да, это, конечно, плохо, что они проникли, но это социальное жилье, мы подумаем, мы решим, как это делать. Окупасы говорят, если сейчас будете выеживаться, то мы мало того, что все ваши вещи уже выкинули, мы еще и прах вашего мужа тоже выкинем. Бабулька в шоке, соседи еще в большем шоке, ничего не могут сделать. А чем все закончилось? Благодаря соседям об этой ситуации узнали СМИ, узнали многие люди, в том числе и ребята, которые выселяют окупасов. Соседи собрали всех, кого только могли. Вот эти ребята тоже, которые выселяют, они также приехали и сказали, что мы вам бесплатно это все дело поможем, потому что, ну, нифига себе, 85 лет, ее выгнали, оставили без ничего. Окупасы, увидев то, что пришла вот такая вот огромная группа поддержки, не стали настаивать на своем, что они такие бедные, несчастные, и в итоге быстренько свалили из квартиры. Вот так, дружите с соседями.